Наташа говорит о чем? Мы, я не буду комментировать, это какой партии вы, но мы всегда говорим, что... Коллеги, мы сейчас, чтобы вы понимали, мы сейчас в разных партиях. А вы что? Совершенно верно. И на сегодняшний день есть многие, которые работали с ним в одной команде, которые работали в депутатском корпусе, которые голосовали за определенное решение. И говорить о том, что да, действительно, есть определенные подходы, которые себя изжили, которые нужно смотреть в новом формате и которые нужно внедрять. Поэтому я думаю, что придет новый городской голова, новый городской совет, будет полная перезагрузка власти и будет по-новому работать органы местного самоуправления. Теплосеть у нас банкрот. У нас были те же экологические проблемы, другие, которые он, как голова город, должен был решать, ставить себя над этим всем. У него был депутатский корпус, представители которого мы сегодня тоже здесь видим, и которые сейчас разбежались по нескольким партиям, и они себя, ну, говорят, что виноват во всем Хатлубей, Хатлубей плохой.